75 лет со дня гибели комбата. Сегодня в Запорожье прошел ряд мероприятий с участием ветеранов, посвященных памяти героя Великой войны Алексея Еременко, запечатленном на барельефе на Аллее Славы. Около полудня на Аллее Славы прошел торжественный митинг памяти Алексея Еременко. На этом барельефе его изображение. И мы сегодня пришли сюда, чтобы отдать дань уважения Алексею Гордеевичу в присутствии всех вас, с тем, чтобы память о нем в сердцах наших запорожцев была еще многие-многие годы. Это изображение стало одним из символов Великой Отечественной войны. Комбат, поднимающий в атаку бойцов, вдохновлял многих скульпторов и художников того времени. А начало истории известности Алексея Еременко положил снимок фотографа Макса Альперта, сделанный в 1942 году на поле боя. После торжественного митинга его участники отправились на панихиду по погибшему в Свято-Андреевский собор. Слава Твоей Сыну Святому! А после посетили выставку, посвященную 75-летию подвига комбата Еременко. И вот это папа уходил на фронт, когда добровольно написал заявление. Вот это я стою. А вот это стоит, вот мой брат двоюродный, вот он стоит. Провожаем отца на фронт. Это была последняя семейная фотография. Эта экспозиция была создана во Дворце культуры имени Шевченко по инициативе президента акционерного общества «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Свою благодарность герою Украины, народному депутату Вячеславу Александровичу и руководителям, задействованным в создании выставки, сегодня высказал сын известного комбата Иван Еременко. За то, что они помогли мне создать фотовыставку. И эту фотовыставку посмотрело уже более 20 тысяч. Отметим, что выставка в Моторовском дворце культуры открылась и при участии Совета ветеранов «Мотор Сичи». Ветераны «Мотор Сич» чтят память вот тех вот страшных лет 41-45 год и погибших всех людей, включая наших мотростроителей. Мы встречаемся с детьми в оздоровительных лагерях «Маяк» имени Гагарина. Мы встречаемся с учащимися 12-й, 65-й школы, техучилища, авиаколледжа. И наши ветераны боевых действий рассказывают им свои воспоминания. Ветеранская организация «Мотор Сич» сегодня делает очень много для того, чтобы память о подвигах дедов и прадедов жила в умах потомков.